Владивосток. Смотрите, Змеинку всю застроили, уже прям мегаполис какой-то, как в Гонконге. Видно один бетон. Дальше наблюдаем Золотой мост. Вокруг Золотого моста тоже все застроено, все в бетоне и стекле. Центр города. Орлиная сопка застроена. Вы, друзья, находитесь на канале Блок Владивосток. Видео здесь о городе и о жизни горожан и одного человека, конкретно проживающего в Владивостоке, то есть меня. Это у нас Эгершельд и маяк. Давайте посмотрим на маяк. Вот он. Холодно, руки мерзнут. Сегодня 8 января 2024 года. Смотрим, рыбаки сидят. Ну, говорят, что особо ничего не ловится. Видно мост на остров Русский, и мы снимаем со стороны канала. Ну, сейчас вот так выглядит Владивосток. Буквально за 3 года очень сильно изменился внешний вид города, потому что понастроили большое количество многоэтажек. На мой взгляд, они как-то не сильно вписываются в пейзажи, но как-то так. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Блок Владивосток, интересные места города Владивостока, Приморского края. Вы можете увидеть у меня на канале. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.